Всем привет! Меня зовут Олеся Селезнева. И сегодня я вам привет передаю не из города Оренбурга, а из города Челябинск, куда мы приехали для того, чтобы познакомиться с нашим одним из самых ключевых партнеров, поздравить с вручением первого авто в городе Челябинск. Это Виктория Селезнева. Конечно, событие это имеет очень такой положительный, яркий характер, но еще что я извлекла себя в том, что приезжая, казалось бы, в совершенно чужой город, ты находишь единомышленников, ты видишь, что ты здесь абсолютно не чужой, и, может быть, даже есть люди, которые становятся тебе ближе, чем родственники. Поэтому наш бизнес, друзья, он имеет такую объединяющую силу, и это очень важно, чтобы цель была не только зарабатывать денег, да, а еще какая-то большая миссия. Вот. Очень рада, что попала в Челябинск. Обязательно еще приедем в этот город. Всем привет! Из города Челябинска. Меня зовут Владимир Селезнев. И я очень рад, что побывал в этом замечательном городе. Со своими партнерами встретились мы. Ну и встретились с людьми из партнерами компании «Армель» из параллельной структуры. Для меня была большая честь поделиться информацией, поделиться частичкой нашего опыта с теми людьми, которые разделяют нашу точку зрения. Ну, хотелось бы, конечно, что те рекомендации и те истории, тот опыт, который у нас накопился за 8 месяцев совместного семейного ведения бизнеса, оно оказало благоприятное влияние на формирование общего движения, движения «Армель» в городе Челябинск. Я надеюсь, что, используя те рекомендации, и тот переданный опыт, который мы передали партнеру компании «Армель» в городе Челябинске, здесь совершенно скоро все будет быстро развиваться, и мы уже приедем снова в этот город, встретимся с партнером уже в огроменном большом составе. Всем привет! Меня зовут Виктория Селезнева, лидер компании «Армель», город Челябинск. Вы знаете, произошло потрясающее событие за последние 2 дня. Я познакомилась со своими дорогими наставниками Владимиром и Олесей Селезневыми. Такая долгожданная встреча, которая действительно сделала потрясающее, во-первых, автовручение от компании «Армель», которое было вчера. И столько новых идей и эмоций появилось у меня сегодня, благодаря вам, дорогие мои наставники. И вы знаете, я вам хочу дать небольшой совет. Никогда не думайте, что вы самые умные, вы все знаете. Постоянно учитесь, учитесь успешных, если хотите сами быть успешными. Обязательно посещайте мероприятия компании и ни в коем случае не пропускайте встречи со своими спонсорами. Это очень ценно и очень важно. Это то, что приведет вас к успеху в нашей прекрасной компании. Всем спасибо, всех люблю. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Екатерина Туба. Это мой муж Валерий Туба. Мы сегодня присутствовали на встрече Владимира и Олеси Селезневой, лидеров компании «Армель», и хотели бы сказать огромное им спасибо за тот переданный опыт, который мы получили. Также приветствую вас, друзья. Меня зовут Валерий Тулба, я также являюсь партнером компании «Армель», это моя жена. В этом видео хочу поблагодарить семью Селезневых за то, что, несмотря на то, что мы являемся в параллельной структуре, они приехали в этот город, проехали 800 километров, чтобы провести эту встречу, дали море полезной информации. И вообще, спасибо вам за то, что вы создаете такую большую волну успеха. Здрасте, меня зовут Радик Голодкач, я приехал с Магнитогорска, чтобы побыть на этой встрече. Вот, и очень хочу сказать огромное спасибо семье Селезневых за то, что приехали с такой дали в Челябинск, чтобы провести такую, ну, такое шикарное мероприятие. Я советую всем побывать вот на таких мероприятиях, когда вот люди приезжают, да, дают хорошую информацию. Так еще самое главное, что не за деньги, а бесплатно просто дают возможность, чтобы вы хорошо жили. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Курюмова. Я хочу с вами поделиться замечательной новостью. Сегодня я познакомилась с Олесей и с Владимиром Селезневым. Они приехали к нам в Челябинск и провели брифинг «Замечательное событие». В дружеской обстановке мы пообщались, познакомились. Они рассказали очень много интересной информации. Я хочу сказать им огромное спасибо за уделенное время. Было очень здорово, было незабываемо и мотивировало на дальнейший успех. Я очень вас благодарю, спасибо вам огромное. Здравствуйте, меня зовут Ирина Русских. За 2 дня произошли удивительные события. Во-первых, вчера наша Виктория получала автомобиль от компании «Армель».
И на эту встречу к нам приехали Олеся и Владимир Селезнёвы. Они провели нам обучающие мероприятия. Мы подчеркнули очень много нового. Для себя я поставила новые планки достичь в этом бизнесе больших высот. И надеюсь на следующую встречу с ними. Рекомендую всем побывать на мероприятиях, которые устраивают лидеры нашей компании. Это очень полезно, познавательно и наверняка даст толчок вашему развитию бизнеса. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.